Вот дисплей. Дисплей весь работает. Но, ну то есть по тестам здесь все, все у него нормально. К этому нет претензий. Но есть претензии к петлям. К примеру, если я поднимаю, он не держится. То есть, если я здесь поднимаю, такой же. Здесь, видите, он держится. То есть, если оставляю, он держится. Здесь он не держит положение. То есть, даже вот так вот. Ну, нет, вот так вот он держит. Вот, видите, начинает падать. Вот как тот, он не держит. То есть, нужно, чтобы он держал вот такое положение. Это первое. Так, второй минус. Сейчас покажу. Вот здесь... Сейчас увеличу зумом. Вот здесь, видите, подложка до конца не проклеена. А это значит, что это refurbished. То есть, и это переделанный. Его меняли. Вот. Петли не держатся. Что касается по изображению, биты и пиксели отсутствуют. То есть, в остальном все хорошо. Но вот то, что петли ослаблены, ладно, то можно пережить. А это уже пережить нельзя. Видите, это до сих пор держится. То есть вот такие дела. Родной дисплей я пока в сторону убрал. Вот он, тестовый дисплей, который мы с вами установили, у которого вот так вот петли иногда. В общем, что надо. Если я сейчас закрою датчики, видите, он начинает темнеть, то есть каким-то образом у него заработал тритон, либо это просто датчик яркости у него так работает. Сейчас я руки убрал, все, и также яркость у него без проблем регулируется. Здесь тоже идет информация по нему, здесь он, видите, написал, что у нас Automatic Adjust Brightness, но он пишет. Built-in Retina LCD и все прочее, надо будет посмотреть, как на родном свету отображается. В целом дисплей работает, работает даже его камера. Вот, хотя это скорее всего это refurbished, но похож на этот, как будто дубликат. Вот, снимаю вам это короткое видео, просто показать, что дисплей действительно работает. Но его UUID нужно еще прописывать с мамой. Я не знаю, стоит это, не стоит это делать. Вот. Наверное, как-то так. Но в целом все работает. А в спящий режим он переходит. Также и выходит со спящего. Вот здесь вот ORView, Display, Storage, Support. Ну-ка, Display. То есть на кнопке. На кнопке он дает у нас информацию. Так, это у нас яркость. Здесь Air, Mirror, Color. Здесь у нас профили идет. Вот он. Вот в чем у нас проблема. Ночной режим. Кстати, ночной режим работает. Странно. Я вот думал, что данная функция не будет работать. У него, ну это не точно, ну в общем вот как-то так. Есть также запись стрима, можете посмотреть процесс установки. Вот, поэтому я скорее всего буду менять этот дисплей уже на другой, именно вот по этой проблеме. То есть если я опущу, он закрывается, а хотя у нас он должен быть вот так вот, то есть я приподнялся, он должен вот так держаться. Вот, благодарю за просмотр. Всем пока, увидимся в следующих видео. Пишите, что думаете об этом. Кстати, запись стрима будет в описании, прямая ссылка. Можете посмотреть, как мы в режиме стрима меняли данный дисплей. Благодарю вас за регулярные донаты в поддержку канала, чтобы снимали подобные видеоролики. Пока-пока, увидимся в следующем видео.